Как драники? Четкие. Друзья, всем привет! Всем привет! Всем привет! Вы на канале Ипатыч и Михалыч. Перед просмотром, друзья, обязательно заряжайте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Делитесь роликом, друзья, и погнали! Сделай еще пометку, как-нибудь где-нибудь что там. А, давай.
Мясо мы отправили в казан на 40 минут вариться. Сейчас на сковороде сделаем зажарку. Морковки совсем немного. Сколько есть, ушла вся. Зажарка готова. Мясо еще варится в казане. Сейчас нарежем картошку и надо сбить еще пару яиц. Вместо лапши сегодня будет. Итак, картошку я порезал кубиком. Две штуки. Сейчас буду взбивать яйца. Друзья, смотрите, какая уже красивая картина вырисовывается. Как он лаконично смотрится с лавками. Радик себе здесь вот такое место организовал для готовки, чтобы было удобно. Столик поставил такой. Казан кипит, мясо варится. Отлично. Хьюго спит, ему скучно с нами. С ним никто не играет. Никто не играет, да, Хьюго, с тобой скажи? Вот он спит весь день, лежит, спит. Все, наш бульон готов. Добавляем зажарку. И варим минут 10. Добавляем петрушку. Добавляю кинзу, семена зиры, кориандр, а также перец. Все перемешиваем, варим 10 минут. Десять минут прошло, закидываю картошку. Добавил уже яйцо в суп. Сейчас доведем до кипения и снимаем с огня казан. И еще дам настояться на 15. Юга нельзя. Юга нельзя. Что, накладываю? Да, да.
поставил так, потому что здесь немножечко сучок выпирает. И образуется вот такая вот щель здесь. Поэтому здесь и идеальный уровень. Это у нас что, откуда? Это у нас занял. Давай поставим. Так что, давай спилим. Что, мешаться будет? Вот этот сук. Вот у меня ровно, нет? А так? Ну да, так ровно. Так ровно ради. Друзья, наконец-то стол на своем месте. И мы так посмотрели, он оказывается весь кривой, косой. Вот здесь вот целый участок нужно убирать. Видите, уровень вот этого бревна, он выше, чем уровень вот этого. И из-за этого здесь такой склон получается. Нужно это тоже убрать. Ну, сейчас будем обновлять, будем стругать рубанком, будем шуруповертом наждачкой снимать слой вот этой вот очерневшей древесины. Но это то, что мы его обжигали, он такой стал. Давайте приступим. Ну, а вот как выглядит стол со стороны. Попробовал сейчас снять бензопилой вот этот черный слой, и это намного быстрее, но и устают руки.
стол максимально не поддается обработке из-за сучков. Сколько-то шкурим рубанком, сколько-то пилой. Рубанком на сучках пройтись не получается, поэтому решили все это сбрить, эту черную часть, пилой. В принципе, получилось нормально. И стол, кстати говоря, более-менее выровнялся от того, что Мишаня вот эту вот часть убрал. Пыльная работенка сегодня, друзья, у нас. Это можно убирать. Так, эту сторону мы куда? Сюда? Да.
засохла гадюка. Съел свой пай. Да, друзья, работенка сегодня максимально пыльная была, но это принесло свои плоды. Стол вообще обалденный, гладенький, рукой можно провести, ни за что не зацепишься. Юга, ты опять жопу там свою всем показываешь. Прекращай давай. На стол мы потратили в общем около 4 дней. Это с поиском бревен, обшкуриванием этих же бревен. Ну и в общем и целом. Сейчас мы кушаем, перекусываем картошечку с колбасой. И после, перед тем как уйти, обработаем стол той же пропиткой, которую мы обрабатывали лавки. И будет вообще бомба. Даже больше, чем у колбасы. Я устал. Так, друзья, у нас та же самая пропитка, цвет тот же самый, сосны. Честно говоря, мне не особо понравился цвет вот этот вот. Но раз уж нанесли, то и стол тоже нужно делать в едином стиле. Она подсохнет. Ух ты, видишь, что прям мы дебилизны же сделали, да? Может, это еще у тебя сыграет. Надеюсь. И это дерево другое, это ель. Вот, друзья, вот такая красота получается. Вживую, конечно же, выглядит лучше. Но даже на камере это выглядит офигенно. Особенно издалека, как это все лаконично смотрится. Вот так вот. Друзья, смотрите, как уже поднялась трава. Выросла новая. Скоро снова нужно будет скашивать. Вот эти вот кучки мы уберем когда-нибудь. И снова скосим. Стол подсох и покрываем вторым слоем.
Ну, друзья, наконец-то стол мы завершили. Все это смотрится в одном стиле очень-очень круто. Еще не раз это, скорее всего, будем повторять, потому что это реально так. Если вам, друзья, понравился ролик, обязательно заряжайте лайки. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Делитесь роликом с друзьями. И всем пока, друзья, и до новых встреч. Всем пока. Всем пока. Вот и Хьюго пришел. Иди сюда, иди. 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 Тоже всем пока хочешь сказать? Хьюджи. Все, всем пока, друзья.